просто достаточно в руках дополнительных там держать, он автоматически будет стоить. Удобная штука. Ну только там, по-моему, с не разбором есть, движка какой-то. Мы уже прокатит. Проснулись. Он у меня с трех ударов деревья срубывает. Принять. Лист металла. Болты еще надо где-то взять. Капот хочешь починить? Ну, думал, да. А когда наша хваленая орда придет? Она уже была. Я не заметил. Хваленая орда. Жень, там, короче, в боковом, я вот вижу, сейчас вышел, там в боковом, левом, углу лежат болты, коробка. Угу. Ты взял? Нет. И там листы как раз таки, ну, типа, на причину. А, бревен только по 3 штуки, можно сказать. Да, они тяжелые. Маша, нужна помощь. Здесь капот 53, по-моему, вот здесь нормальный капот, но не факт. Так. Маша, держи. Тебе доски сразу делать? Здесь еще хуже капот. Если можешь, да. Сейчас стекло заменю. Не сюда. Туда, к себе. А, сам принесешь. Ты сказал просто принеси тебе бревна. Я сказал туда принести. Блядь, мне таскать? Ты, блядь, стебешься? У меня, сука, перегруз конский. Ты издеваешься надо мной или нет? Я, блядь, это носить буду полгода ебаного. Говно, блядь. Лобовое стекло еще надо заменить. Все, ну, капот сложнее. Для этого надо... Автомеханика, а, третьего. Третьего, да, но... может, я могу снять капот с другой машины? Ну, я и говорю, там видел, вот два фургона серых стоят. Один где? С... белый, ну, вот эти? Рядом с... Да, да, да. Ну, ты серый, говоришь, и я такой... Я вижу белый. Но я вижу по-другому. Ну, я более депрессивный, будем считать. Вот да, вот у этого капот тут можно стриснуть. Ну, 53%. Ну, это лучше, чем ничего. Там вообще нулевый чел. Тут говно, тут 30%, по-моему. Я хочу посмотреть здесь лобовуху. Как вам напиток из красного вина и от ягущенки? Что это такое? Неудача. Надо ж качать... кулинарию. Давай, давай. Ты там прокачал, пока мы смотрели фильмы какие-то. Нахуя его кончи просто вино. Фу. Ты сейчас это таким промышляешь? Что ты пиздец? Тебе грустно? Бля, доска еще одна нужна, не тут накрывать. Блять. Машина слишком. Я нарубил. Я поэтому пока это сделаю. Да бля. А ты заебал, блядь, мне кровать сделай! Не трать мои доски на свои ящики всякие. На твои ящики, блядь. Я несу определенно сейчас тебе на кровать. Вот мне кровать, ну, сделай, а потом уже будешь делать мне. Я сижу в ожидании. Я, допустим... Я несу. Давай. Смотри, Колесов, когда ты нажимаешь на Е возле этой капота, он открывается. Но когда он уже был открыт, и ты подходишь второй раз, нажимаешь на Е... И тебе снова надо его открывать медленно. А ты можешь через В на гаечный ключ там нажать. Будет нормально. Пилим, блять. А что такое? У меня он ходит на месте и все. Попробуй еще раз. Он просто встать, наверное, не мог. На капот надо демонтажить. Никита у нас лакшери. Кровати. Так, теперь установи. Да, сейчас я этот скину. Он весит, дай боже. Все, Никита, у тебя не будет подушки, у тебя будет чисто кувалда, блядь. Не, все равно он как бы, как будто второй раз надо открывать. Через гаечный ключ? Да, да, да. Странно. Паша, я тебе бечевку принесил, ты ее куда-то делал, да? Я не знаю, Маш. Я сейчас не могу тебе точно сказать. Так, капот. Лобовуху бы еще. Ай, Маш. Так, Паш, ты принёшь белую машину ключи? Нет, я
Ну, подойди и забери. А где у тебя? У тебя, да? Я в баре. Ну да. Держи еще. Давай. Так. Я не знаю, у меня вот. Все ключи. Тебе хватит 4 ящика, Никита? Ну, видишь, я тебе еще делаю. Можешь еще. Я хотел здесь перегородку, типа, поставить вход в дверь, типа. Все. А, можно. И какую-то красоту сделай еще. Не, нету ключей от этой машины. Кто сюда на этой машине приехал? На белый. Я ее отогнать просто не могу, чтобы залезть в нее. Полки захуярю. Полки, наверное, можно. Тумбочек. Поедем куда-нибудь. Тут вообще капота нет, стекла нет, фар нет, вообще нихера нет. Сейчас хотя бы капот заменю. Живи. А прочные палки из чего делают? Прочные палки? Никита, давайте сюда дверной проем ебану, типа. Ой, оконный проем. Будешь смотреть, кто такие? Я вас не звал. Да было прикольно, если ты соединил вообще, типа, кухню и бар. В этом плане. Понял? Тут, типа... Сюда сразу куда. Странно, написано, что здесь капота нет, а визуально он все-таки есть. И не просто черное пятно, а такое, ну, нормальное. Серое пятно. Ну да, не, даже не серое, а прям нормально. Ну это да, это странно, причем с учетом того, что у них есть моделька движка. Ну и че ты? И ты бухло начал принять. А че, босс, нет больше? Никто топор для рубки деревьев не забирал? Нет, у меня есть обычный. Я доски больше не приносил. Пускал, пока не надо. Ладно, значит, я тебе полку единичную бану. Пока что. У тебя вот в этих барных столах тоже может храниться бухло, слышишь? А, да? Да. Че ты не сказал сразу? Сказал сразу. Наверное... Да, зачем мне ящики? Ну, вдруг у тебя места не хватит. Ну, может быть. Нет, ладно, надену. Так, что нам еще надо сделать? Ну, кровати желательно всем. Кровати — это матрасы нужны. У нас было только два матраса, и то, ну, у меня нету досок. На вторую даже кровать. Я вам сейчас поприношу тебе, подожди. Окей, окей. Много досок прям надо? Ну, по 6 штук на каждую кровать. Со стеклами пока плохо, стекла вообще не хотят сниматься. Тебе надо с радио снимать в первую очередь, потом лампочки. Но у меня третьего уже прокачано. Ну, ты книгу там вторую прочитал, да? Да, да, да. О, Никит, я сейчас, короче, тут поразбираю. Слышишь? Поприносишь отсюда доску? Из соседнего помещения. Тут как раз, типа, дверные ручки, ну, типа, дверные петли. То, что тебе нужно, короче. Так, вот эту машину еще надо, да, починить? Тут 40% движка, это неплохо очень даже. По-моему, на той, на которой мы ехали, там хуже было.
Ну тут капота нет, надо капот, да? Да, вот можно с нашей вот как раз. Вот с вот этой? Хотя тут тоже 40%. Давай я пойду где-нибудь в другом месте возьму капот. Притарабаню. Ой, картошка погнила, походу. Жестко. Да ё-моё. Овощ тебя. Так я не следил за огородом, чё. Просто насадил. А может лопатой можно вырывать? Скорее не всего. Пробовал. Да я там ж машинами и... занимаюсь. Там еще и совок есть, грабли. Ну, у нас Никита кулинар. Я кулинар, это не значит, что я что-то умею. Тогда ты барышня. Чисто на разливе стоит, хуяет. Так, несу капот. Кок. И лобовуха даже есть еще. Петли, петли, петли. Вернерочки. Какая машина предпочтительнее Колесов? Ебай. Да они все одинаковые, по-моему. Которая ездит. У нас три черных универсала. Это нифига уже не смешно. Там вот посмотри за движок. Вот главное, чтобы движок нормальный был, потому что его проблемнее всего починить будет. Ну, тут движок 40. Там у тебя ты тоже говорил 40, да? Да. И есть там еще третий есть. Универсал сейчас дойду. Никита, подойдешь? Я ему капот уже заменил. Ну, доски забери, пожалуйста. Тебе там на двери петли, ручки. Я дай расфасую эту хуйню всякую. Давай, да. Тут двигатель 28. Ну вот это вот говно. Сразу говорю. Глохнет, наверное, постепенно, постоянно. Тогда его разберем, наверное, на запчасти. Да. Если там, конечно, есть что-то живое еще. Ну, я ж туда только что ставил капот. Тоже, к примеру. Сварщик, сварщик, парень работящий. Бля, смотри, что есть, Никит. Да подожди. Бля, на кого я похож? Так. На Васю. Моя шапка будет. Так, что-то еще было. Тут ВХС-кассеты где-то в пакете, блядь. Да, забирай. Там есть что-то типа кулинарии. Еду не бери, я, наверное, тут частично еду здесь оставлю. Я мармеладки ебашу. Так, бутылка пива. В смысле? Господи, неудача у тебя. Как ты мог неудачно поставить стекло? Ставь. Никит, а поехали с зон наперед до бара, до нормального бара, мы оттуда заберем, короче. Наконец-то успех. Красивые вещи. Да, да, да. Там стульчики всякие. Можно, но подожди, да, я загружу. Давай, давай вот сюда бильярд поставим. Загоним. Хорошо. Подожди, только дай мне загружу, я все вот это вот. Сюда не грузи, здесь одежда. Я в крайние пакеты скидываю. А, понял. Ремень для винтовки есть. Ремни нельзя резать, Кольцо? Нет, зачем? Ну, типа кожа, типа кожаные ремни, нет? По-моему, ты слишком зацикливаешься на коже. Возможно. А кто спрашивает?
Так. Жень, канистра есть? С собой не. Ну, в гараже с бензином хотел. Ну, там где-то есть, наверное. Тут стая какая-то есть. Сейчас мы починим, одна машина вообще будет чётенькая, целенькая. Так, элитные модели ты, интересно, можешь чинить? Не знаю. Потому что я не помню, то ли это автолюбитель может чинить тяжелые и обычные, но элитные не может. А типа автомеханик нормально может с этим справиться. То ли это они оба так не могут разбираться. Хотя журнал вроде был у нас там на это все. А мусорник, мусорку ты можешь не сделать здесь где-то? Я могу. Бензобак тут стрёмный, конечно. Но бензобак ты уже, наверное, можешь менять. Да, написано, бензобак должен быть пустым. Ну, то есть бензин слить, я могу тебе канистры дать. Ну, если притащишь, будет хорошо. Сейчас посмотрю бензобак какой-нибудь нормальный. Тут, кстати, сколько бензобак? Какую машину? Вот эту надо слить, вот эту. Окей. Так, а тут что по бензобаку? О, хороший. Должен быть пустым, да что ж такое? Сейчас, сольешь. Так, все, наверное, пустой уже. Сейчас посмотрю. И с этой машины, если сможешь слить. Тебе маленькую урну или большенькую? Ну, чтоб скидывать можно было. Все. Банки. Банки. Проблема у нас будет переполнение банок. Ты в курсе, что ты мне слишком высоко поставил полку, я не могу туда даже ничего поставить. Слил, да? Да. Ну, не знаю, как много она там. В смысле, нет, вот она. Я не могу на нее поставить ничего. Так вот. Возьми вот эту. Нет, вот все бутылку. Еще есть бензин. Вина? Сейчас перелью в машину и еще солю. Угу. А? Ты что? Она... плане. Так она не ставится. Подожди. О, арахис, блядь, сейчас раскидаем, блядь, тебя. Арахис сбоку, там, где возле мусорки. Ты просто мусорку неправильно поставил. Да нормально я поставил. Не, я типа вот так хочу поставить, понял? Блядь, я случайно пью. Пиздец. Что ты пьешь? Бухаешь? Алкоголь, да. Как можно, знаешь, отговорка алкоголика? Я случайно пью. Все еще есть бензин. Ты не забирал? Забирал. Все еще есть. В бензобаке, наверное, где-то 3 канистры вмещается. Капец. Я влил уже в другую машину. Угу. Сейчас у меня 2 пустые теперь. Уже больше? Уже... Я накидал тебе арахиса на стол. Коктейль, блядь, не пей, не пей. Козленочком станешь. Не пей, ты долбоёб, я хочу Паше дать. Скип нажми. Во, так. Я поставил? Да. Уменьшается? Мне не видно сколько. Открытая сгущенка. А ты можешь навести на бензобак, там показывать с ноль, там из чего-то. Бать, блядь. А, вот, ну вот, все, наконец-то. Я просто канистры здесь скину. Угу. Потому что в эту же машину надо заливать. Бля, ну восстанавливать неплохо. Только стакан верни. Стакана больше нет. Я поломал бензобак. Поставил. А что ты сверху положил? А, арахис. Забрать. Так, Никит. Ты его поломал? Да. Ну так нет. 50% шанса было. Сколько он 7%? А его повесить нельзя? Красиво. В смысле? А, то есть там не совсем я поломал?
Жалко. Ну ты ему 75% он теперь. А, ну давай еще. У тебя с каждой неудачи просто проценты снимаются с запчасти. Ну 75 это все еще не так плохо. Ну да. Я думал, он на совсем. Не. Машина это здорово. Машина это жизнь. 67, все alright. Еще давай, пытайся. Let's go. Бред, что вот постоянно через вот это надо будет. Надо все. А ты не убирай кнопку. Блять. А, Паша, ну, я уже поставил бутылку. Можешь чуть-чуть ее забрать? 67. Я в данный момент занят. Блять, опять мимо, да сука. Да, там нужно приложить. 61, давай продолжаем. Ты как настоящий бармен должен уметь. Да, неудачник. Да, 54, ты справишься. Он был 90 с копейками просто. Вот. Обидно. О, я в тебе не сомневался. Я в себе сомневался. Теперь задача посложнее, его нужно вставить. Не. Это была разминка только. Так, окей, ты его тут уже снял? Давай. А что-то Маша затихла. Че ты затихла, Маша? Я сделала 4 ловушки. О. Первого раза смотрю. Набила деревья, сделала из них кипы, вот эти вот. Заделалась, короче, охотник.